Tereza. To nizika, nie lubię, nie dawa, nie kanta. Naszej Gorki nie. Это нормально ежедневно. Я повешусь. Кто-то кричит, кто-то поет, кто-то лает. Мяукает. Кошка скребется, по стулу порвала уже. Кого? Кого порвала? Стул. Ага, стул порвала. В соседней квартире никак не заглохнет собака. Сосед с утра решил поштрафить. Мало? Давайте на бис. Я сижу и смотрю чужое небо из чужого окна, а за окном полки спят. Крысы гуляют по нашему двору, поворовали все зерно, они цыплят. Давай, давай. Музыка благотворно влияет. На песнях хлеб поднимается. Да. Мы не просто поем, мы здесь поем не просто так. Мы поем для того, чтобы у нас хлеб поднялся. Потому что он уже третий день стоит, и никак не может он подняться. Ну давай уже, ты начинай его печь. Ну давай же скорее духу ты зажигай. Наконец-таки поднялся этот наш хлеб. Сейчас все поднимется. Все, что должно было даже не подниматься, поднимется. Ладно. Таким аккомпанементом. В общем, с чего все началось? Тут начали меня дразнить песнями, потому что я сказала, я хочу тишины. Да. Тишины. Тишины. А помнишь песню «Тишины»? Хочу тишины. Не будет ее ни хрена, говорит. Тишины, хочу тишины, но не будет ее ни хрена. Так, давайте я вам покажу хлеб. Вот так только, ладно? Вон, видите, поднялся. Это он у меня с самого утра стоит здесь. И здесь у меня на 30 или на скольки градусах. Ну, вон, до 50 не дошло, на половине. 25-30 градусов. И вот такой хлебушек у меня за весь день. 8 часов он должен стоять. Я его поставила в 12, по-моему, да? Сейчас у нас 18. То есть 6 часов стоит только. А должен стоять 8. Значит, я его 8 начну выпекать. Посмотрим, что получится. Ну, как я вижу, как вы видите, форма поднимается нормально. А закваска, я вам буквально, может, час назад показывала. Помните, еще ниже была. Сейчас она как бащенная, молодец. Раскочегарилась. Пахнет таким брашкой. Так и должно быть. Ну что, ты видел, Светик, мы купили эти специальные вкусные штучки, которые называются творожком. Причем вот этот, ой, не сырком, сырком. Причем этот сырок один здесь с лимоном, я такой еще не пробовала, пойдемте попробуем. Я здесь с тобой рядом присяду, ты не против? Ты же все-таки на мое место уселся, дружок. Да ладно, я на кружку обперла. Дает мне подставку для телефона. Вот такой никогда не пробовала. С лимоном первый раз вижу. Виталик попробовал шоколадные, которые купили. Сказал, что они отвратительные. Чересчур слишком приторные. Смотри, какой красивый. Я что-то не помню. Там есть. Каждому купили по одному.
всех вкусов, не волнуйся. Кисленько. Это вкусно. Все есть. Кушай. И эти корольки очень вкусные. Вот эта сама оболочка кисленькая, очень вкусная. Цедр, что ли, внутри? Светлогорье называется. Виталь, с лимоном этот очень вкусный. На, вкусни, попробуй. Как вот. Шапку сейчас распакуем. С понедельника стартанет конкурс. Не конкурс, это неправильно сказано. Розыгрыш в Инстаграме. К Новому году разыграю 3 приза. 2 или 3. Еще не решено. Один коктейль, как я пью, с молоком. Другой шарф обалденный. А третий пачку кофе, если согласится. Парень, у которого я кофе покупаю, если он даст на розыгрыш пачку кофе, я ее тоже разыграю, вам подарим. В Инстаграме, в смысле, тем, кто захочет, пусть участвует. И хочу это сделать с понедельника по четверг, для того, чтобы до Нового года успели получить подарки. А кто участвует, не хочет, так уж и быть, надо не участвовать. Угу. Я сильно люблю. Сынок, ты можешь пройти сзади меня. Дитём. Под столом пошел, чтобы вы его не видели в кадре. Здравствуйте. Если бы ты прошел, у тебя было видно только часть туловища, и даже тебя бы не было видно. В посудомойке. Чего? Какой же вкусный сырок. Вот прям я тебе советую, съешь очень вкусный. Вниз ставь, где тарелки, ага. Вот обезьяна мелкая. И вот еще одна тарелка. Вкусно. Прям очень вкусно. Я прям влюбилась. Он вообще с кисленьким, такой прямо очень вкусный. Кого? Приятного аппетита, друзья мои.